Ну да, Мустанг я дал, по сути, воякам. И купил себе Chevrolet Corvette. Аля. Вы вообще видели, как новый корвет выглядит? Это вообще пиздец. Бля, ебать, он охуенный, просто пиздец, посмотрите. 2020, да? Ну, загружено. Ну, короче, бля, это пиздец, нахуй. Ебать, он красивый, сука. Ой-ой-ой, ну вы посмотрите на этого. Ну, посмотрите на это. Ой-ой-ой, какой же он сочный. Ну, я вообще хочу себе Макларен, типа. Раз мы... Бля, ну тут чел на фоне всратый стоит. Ну, ладно, похуй, схавайте. Вот такую машину себе хочу. Что думаете вообще по этому поводу? Накопим? Ну это уже такое, типа. Это уже такое. Я хочу себе либо Porsche, либо McLaren. Назови полную модель своей машины. Я хочу купить ее модельку. Да McLaren дорогой. McLaren дорогой. Да и Porsche, сука, дорогой, который я хочу. Я забыл, как он называется. Сейчас вспомню. Google поможет. Porsche. А, я тут, видимо, уже гуглил, подождите. А, ебать, нет, это не тот. Тут Porsche, это, ебать, тут Porsche 920, блядь. Тут просто нахуй. Сейчас вам покажу, что тут за картинка. Ебать, нихуя себе. Ну, я не эту хочу, это не то. Блядь, да что за нихуя, тут сайт Porsche. Подожди, давай зайдем. А как мову поменяты? Бля, что за хуйня? Кто на этом будет ездить вообще? Что это за поебота? Ебать, нихуя себе. О, вот это... Нет, тоже хуйня. О, 911, 911, 911. Посмотрите. Ну, хороший, хороший, хороший. Хороший? Ну, хороший, хороший. Чё пиздите, нет, блядь. Не, ну корвет выглядит пизже, особенно мой. Корвет, очевидно, пиздато выглядит. Макларен 2022 года 3 ляма злотых стоит. Да Porsche сам по себе дороже стоит. Потому что он удобней. Я знаю, что ты ждешь боевой пропуск в доте, но его все нет и нет. Не проблема. Летний боевой пропуск с ДК-хуком на последнем задании появился на Epic Loot. Забирай пропуск бесплатно, а не за 300 рублей по специальной ссылке в описании. И выполняй задание, ведь уже на 15-м квесте эпики раздают легчайшие арканы всем. Мало? Участвуй в рейде на босса в новой мини-игре. Атакуй Рошана вместе с тиммейтами одинаковыми стихиями и получай за победу скины и осколки Аегиса. Копить осколки можно весь ивент и открывать за них мега-сундуки. Взгляните на наполнение сундука всего лишь за 35 побед. Круто, что играть в игру можно бесплатно раз в час. И даже на твоем смартфоне. В общем, ссылочку на бесплатный пропуск и мини-игру я оставлю снизу. Там же лежит промо на 15% и на дополнительную попытку в мини-игре. Skyline? Не, я хочу... Ну, бля, разве что Супру хочется. Ну, Супра... Супра... Бля, ну, вот прикиньте, именно вот точно такую же тачку просто себе иметь. Просто... Ладно, там спойлер какой-то мега огромный, подождите. Хуйня какая-то. Или нет, это она? Да что была? Ну, пиздец, вы прикиньте, вот эту хуйню иметь у себя. Я не знаю. Ебать на Блэссе хуетень просто, вы посмотрите на это. Мне кажется, ебать все завидовать будут. Все такие, вау. Че это? Бля, ебать, нихуя себе. Да, они дорогие, мне кажется. Я вообще первый раз, кстати, про это слышу. Вот это. Не, ну очевидно, такая хуйня дорогая. Ну, купить. Подождите. Ты еще модельки будут, да, вместо машин? Я так полагаю. Согласен. Так. А где цены? Я не вижу. А, ебать! А чё так дорого? 4 миллиона долларов, ой, евро. Они чё, ебанутые? У меня нет столько денег. Да не, в пизду, парня. Да лучше, да не, нахуй надо. Вы прикиньте, просто какой-то миллиардер заходит в Google и пишет вот такую вот хуйню, блядь. Купить, блядь, пиздец. Мне кажется, так не работает всё. Покупай Bugatti Veyron. Бля, вы заметили, что мы в чате, вы в чате так рассуждаете, будто бы у меня деньги есть на это или будут? Я вот заметил, в чате просто люди пишут, покупай себе, давай, а что думаешь по поводу этого? Так пишут, будто бы у меня дохуя бабок и мы выбираем мне машину. Да не, хуйня тачка. Да как говнище просто, ну потому что есть сравнение с Широном. Ну типа... А Широн пиздец охуенный. Ну посмотрите на эту машину, я не знаю просто. Она такая, знаете, прям. Она как будто гладкая. Ну, нет такое ощущение, будто она гладкая какая-то. Вот с черным. Вот черный-голубой. Он будто бы она такая, знаете,
Гладкая. Нежная, гладкая, красивая. Ну, я не знаю. Ну вот. Ну это тупо моя, я не знаю. Это тупо моя машина. Потом когда-нибудь. Не знаю. Каждый из вас может как минимум скинуться мне. Ну, как-нибудь там разберетесь. Феррари? Ну, мне Феррари не нравится. Подождите, там вроде Ла Феррари есть красивая. Не, ну такая Феррари мне нравится. Мне вообще жопа не нравится у Феррари. Хуй знает. Вообще жопа не нравится. Вот это тупо я. Если бы я выбирал Ламбу либо Феру, то я бы... Сейчас я вам покажу. Ну вот посмотрите просто. Ну вы сравните Ламбу и Феру. Ну Ламба пизже, нет? Ну посмотрите на это. Божечки, думаю. Не знаю. Что за поебень? Ёбаный рот, это что, в космос полетит или что за... Ебать, я ж пошутил по поводу космоса. Что за хуйня сразу пикче с космосом? Бля, ну я не знаю, прикиньте реально выехать на такой машине. Мне кажется, просто первый же человек, который увидит вашу машину, просто лобовое с локтя нахуй от злости на вас. Ух ты ж ебать. Ну да, мне кажется, просто на такой... Ты где бы ни припарковал свою машину, просто какой-то хуесос подойдет, лобовое с локтя ебанет просто от злости, от ненависти. Типа, а хули он, а не я? Ну типа, чем он занимается, а чё я не могу так? Чё это вообще? Поэтому мне кажется, такие машины очень, очень опасно покупать. Она одна в мире? Ну, моя, правда. Бугатти Дива. Да, бля, я не знаю, вы тоже не воспринимаете другие Бугатти, кроме как Бугатти Широн? Ну, как говно, я не знаю, какое-то. Будто бы... Хотя, ладно, подождите, пиздато вроде. Ну, это... Бля, я не знаю даже. Ну, вот это пища пиздатая. Ну, у меня тоже вопросы к фарам передним. Хуйня какая-то вообще непонятная. Ну да, вообще непонятная хуйня. Гуна скрайт X300 пивас на АВ хуярить в поле. А чё, открылся какой-то новый сервак? Не, я знаю про скрайт. Открыть 4 января. Да не. О, подождите! А, нет, это перезагрузка, я думал это открытие. Это перезагрузка какая-то ебаная. А, объединили. Да идите нахуй. Бля, я бы пожрать заказал себе, а то уже поздно как-то. Охуеть, у них пельменей нету моих. А что делать теперь, придется мак хавать. Давайте я буду говорить, что есть вообще, а вы будете говорить, вкусно это или нет. Бля, тут по картинкам видно, что говнище какое-то. Ну пиздец. Я не может блюдо нормально сфоткать. Короче, есть KFC, есть Макдональдс, суши, ебаные, бургеры, блять. И пиццы, блять, ебаная. Просто бесконечно пиццы и суши. Сушинок. И Бургер Кинг, кстати, тоже имеется. Домино пицца имеется. Бля, тут такой бургер сочный, пиздец прям. Бургер американский называется. Самое популярное. Ебать, он стоит 40 злотых, охуеть. Второй бургер, бургер гриль, 54. Охуеть. Бургер чикен. О, заказать. Бургер чикен. И обычный бургер американский закажу себе. Реально. Ну вот, 1000 гривен уходит на это дерьмо, прикиньте, на 2 бургера. На 2 бургера 1000 гривен уходит. А за сегодня даже донатов на 1000 гривен нет, чтобы вы понимали. Там есть H1000 охуенный вариант, чтобы зайти на один день заблямить сервер на жителей. Open HF, ну типа дуалы камы ебаные. Ты чё? Я раньше когда в линягу играл, когда малой был, в школу ходил. Я, короче, создал женского персонажа. СС-а. Эльфийку белую. И, короче, и ник поставил женский какой-то, знаете. Я, короче, нашел там чела какого-то, он думал, что я тёлка. Я его, короче, на вещи это скамил. Он мне там вещи дарил. Какие-то вот эти там, ну, вообще ёбнутые. Вот. И в один момент, там, где-то через неделю, у меня там уже full set был собран. Вообще на блэссе нереально бегал. Настал момент, когда он такой говорит, типа, давай пообщаемся, типа, по телефону. И я такой говорю, типа, у меня нет телефона. Он говорит, в смысле нет телефона? Я говорю, поломался. Потом он пишет, давай тогда этот. Ну, типа, тогда Дискорда еще не было, выкупайте. Вот он говорит, давай в скайпе, типа, тогда позвоню. Вот, и я ему говорю, ну, типа, ну, я как-то там слился по-тупому. Я прям не знаю, я прям максимально по-тупому слился. Вот, и он, кажется, выкупил то, что я парень. И перестал дарить мне вещи. Потом я просто все перекинул на второго персонажа и продал все эти шмотки и бегал.
нормальный. Что думаете по этому поводу? Ну я пиздец что-то, ну, нормально там двигался по мафии. Я вам больше скажу, я в линягу дохуя потом играл. И я вещи с линяги продавал в реальные деньги. Короче, вы понимаете? Я вообще пиздец на броке был. Ну, в плане, пиздец. Даже не через фанпэй этот ебучий, а просто, знаете, или вроде через фанпэй, я не помню. Если он был тогда. Короче, просто вещи продавал с игры в реальные деньги. Понимаете, у меня уже тогда был мотив к бизнесу разному такому. Было дерьмо. Сколько тебе тогда за тот стрим по Геншину заплатили? Да хуя мне заплатили за тот стрим по Геншину. Я бы еще Геншин сейчас с кайфом постримил за деньги. Мне тогда заплатили, ну, я не помню, да хуя просто. Я аж охуел. Там реально, ну, хорошая сумма. За 2 часа потраченного времени, там прям, знаете, там прям сполна хватило. Но это единственная реклама, которая была прям очень дорогой за всю историю. Это реклама Генш, там нормально так насыпали. Тебе не предлагали? Да нет, не предлагали, да они один-два раза вроде закупали. Вот, а я уже в бане был, когда они второй раз закупались. Вот. И, так скажем, не влетел. Какой Макс Вин был в казике? Да, блядь, да где-то 300 тысяч максимум я выиграл в казике. На слотах. И въебал потом, кстати. Выиграл и въебывал. Один раз выводил.